Безопасность в общественных местах – важный вопрос, особенно в период новогоднего ажиотажа, когда повышен риск возникновения пожаров в местах массового пребывания людей. Торговые центры, кафе и рестораны переполнены. Избежать трагедии – основная цель проведения таких совещаний. Основное внимание к пожарной безопасности. Что касается соблюдения требований пожарной безопасности, последний раз мы с вами встречались в апреле месяце после пожара «Зимней вишни». Рассматривать все вопросы пожарной безопасности, которые должны соблюдаться на объектах для того, чтобы допустить подобные случаи. К сожалению, проверки, которые прошли в апреле и в мае месяце, показали, что мы проверили 18 торговых центров крупных, развлекательных. К сожалению, ни один объект не прошел проверку на 100% без нарушений. Как показала практика, эффект от проведенных проверок длится всего пару месяцев. Возвращаясь на уже проверенные объекты, инспекторы снова и снова фиксируют нарушения. В большинстве случаев в торговых центрах загромождены пути эвакуации, неисправны противопожарные системы, персонал не имеет и малейшего представления о противопожарной подготовке. Вот проверки показывают то, что уровень знаний, требований пожарной безопасности, он крайне низкий. Потому что люди имеют удостоверение прохождения пожарно-технического минимума, да, приходят на занятия, наверное, просто элементарно не слушают, что там говорят, и после этого начинают возникать вопросы. Не знают сроки проведения проверок, как проверять,